А я в партизанске, у нас выпал снег на выходных сильный. Так, хожу по делам, это у нас баня, там банк, рынок. Зашла на хлебзавод, приехала машина в мойке. Так, колосу кидаю, мне надо заказать пирог. На 23 февраля будет чаепитие. Здесь вкусные пироги, свежие пекут. Сейчас покажу. Вот торты свежие, а нам надо пирог. Такие торты, такие цены. Печенье свежие, вот такие большие торты. Так, это что, торт? А нам надо пирог. Пирог какой-нибудь типа такого венского. Так, хлеб свежий, да, еще. Пирожное, пирожное нам не надо. Так, все, пирог закажу. Сатурника нету там квадратики. Позже. А эти эклеры с чем? Что-то не вижу. Шоколадный, потом посыпка. Вот шоколадный, да? Потом с посыпкой там что внутри? Там идет крем со фишом. А вот в этом? Крем просто. Шоколадный. Крем просто. Так, у меня просто крем и шоколадный один. По одному. Да, по одному. И мне надо пирог заказать на пятницу. Школу не пошел, возьму ему хоть эклерчики. Смотри, тут батон такой смешной, плоский. Туда? А? Сейчас, 190 рублей у нас с вами. Да, и пирог. А за пирог сразу платить сейчас? Да. Хорошо. Да. А он же как-то обычно, какое он идет название, я не знаю, какой он там. Ну да, как у него название? Да, я знаю. Да, просто пирог с повидлом. Да, я знаю, какой мы кушали, просто название не знаю. Название пирог с повидлом самое обычное. Какое число это получается? 21. 21. У меня получается на 30 человек. Да, сколько будете забирать? Ну, примерно, да? Часов да. 10, может быть, там 12. Как 10? Так, а нас... вы с 10 работаете или с 9? Нет, мы с 8. С 8. Так, на сколько человек? На 30. Это сколько килограмм? На 30? Ну, я думаю, килограммчика 2. Взрослые или дети? Дети. Дети. Килограмма 2,5 хватит. Ну, мне тоже так говорили, 2. Потому что 2,5. Да. А сколько килограмм? Да. 250. Ну, давайте. Берем, да? На 2,5, да? Смотрите, где-то он вот такой прям будет. А может быть сделаем два, то я не, мне как-то или не... Или два, тогда по... Так. Можно по полтора, либо полтора и килограмм. Или два по килограмму. Вы же там ничего не даете, да, никакую подложку? Мне надо с собой они взять. Они же это самое, они же упакованы. Если два возьмете, например... Не, поднись, я как-то несла, но у меня внизу этот... Ну, как-то... Надо... Нет, да, маленький, он мягкий. Маленький он будет... По да, легче нести. Да, и там можно картонку у него сделать, и как будет нормально. Нет, у меня то есть поднос, вот, я возьму. Смотрите, вот килограммовый будет, и полтора где-то вот такой. А есть. Если 2,5, то? Ну, если 2,5 будет большой, то будет прям вот такой неудобный. Вон такой да. Вот, да. Поэтому вы смотрите, либо вам 2 по килограмму, либо да, давайте 2,5, я возьму сам, этот, подложку с собой принесу. Что, большой пускай будет? Да. Или все-таки 1,5 килограмма? Как вам удобнее будет здесь? Смотрите, мне
кажется, лучше 1,5 килограмма. Ну, давайте. Оно вот в одном месте вот, вот так. Еще что вам посудка? Давайте. Вы даже на другого поставите? Да, чтобы да, ничего не поменяться, да? Да, а так я это пишу. Неудобно. Я пишу 2 пирога. Да. Так, один вот получается, один на 1,5 килограмма, один на килограмм. Ну, как бы 2,5 килограмма в общем сумме получается. Фамилию скажите. Пак. Заказали хлебушек купина. Капец. Лед. Как я поеду, машины капец ездят. Не знаю. Как идти. Скользко все. Как надо мне перейти дорогу. Перейти дорогу. Машины едут и едут. Магазин у нас красивый, цветочный. Шар, хочу только посмотреть, сколько стоит красивый. Сейчас я сниму тебя. Здрасте. А сколько такой стоит этот шарик с цветами? 3? 3000, красивый. Вот каток. Какой у нас сегодня февраля? 19 февраля. У этого мальчика я всегда покупаю фрукты, овощи, орехи, веники, сухофрукты. Так, надо сейчас купить. Лимона, наверное. Парочку лимонов узбекских, ароматно вкусно. Имбирь, имбирь, где имбирь? А имбирь только вот это, да? Чуть-чуть. Что-то какой-то он. Свежий нету, да? Так, ладно, имбирь. Слушай, манго такое хорошее, да? Но почем? Блин, дорогой. Что-то черное. Че? Не мне? Малину я взяла. 100 рублей. Пойдет сырок. Нет, один мне. Зачем мне? Дай мне еще мед. Вон тот, который. По 200, да. Да. Только выбери, который не этот, ладно? Не белый. Овощи вырастите, ну и недорого, то что у нас денег. Он 200, да? Да. Такой? Ну давай. Одну хватит? Да, одну лимон, потом это. Так, все. А что, давай, доставай. Давай скажи привет всем моим подписчикам. Ассаламу алейкум. Я сахар забыла. У тебя сахар нету, да? Сахар есть. Ассаламу. Есть. Вот это сахар, да? Да, один, дай, пожалуйста. Господи, что-то поставили, чтобы можно было сумки ставить. Ну, невыносимо. Так все в пакет, пожалуйста, посчитай. Хорошо. Все, больше ничего не надо. Больше ничего не надо? Да, послушайте. Тома, ну чего ты, давай мне один кулек. Да, Тамара Ивановна, сейчас даже не разберемся. Еще есть... Такие вот палаточки, здесь торгуют таджики, узбеки этими овощами, фруктами. Там цветы, там вещевой рынок.
А здесь открытый рынок тоже с овощами, с конфетами, с продуктами. Там рыба. Так, сейчас сниму немножко для вас. Там свежая рыба, там молочка. Наверху всякие игрушки детские. Такой небольшой. И второй этаж там, да, детские вещи, игрушки. Все, мне на выход. Пойду за машиной. А тебя цепляются? Нет. Нет, плохо, да? Чё? Не кисит, его слитый нифига не кисает. Нет, кисает. Ладно. Подождём ещё. Не цепляется, так скучно. Возможно, химия выступает. А? Может, химия не возьму? Химия? Да. А вы сейчас каким-то химией, да, какой-то? Ну все, чистенькая машина. Заехала за водой, заправилась. Пора двигать домой. Там дальше моя школа рядом. Справа ЖД вокзал. Опасно снимать.